1965. Май. Утро 20-й победной весны. Пора сеять. В суровую годину войны Федор Андреевич Баженов покидал Ладву, чтобы бить ненавистного врага. Он один из тех, кто встретил победу в Берлине, кто вернулся на свою землю хозяином, чтобы сеять, собирать урожай, растить детей. Их четверо, и самый старший из них только 16. Войну знают они по книжкам, да по рассказам отца. Как под Москвой начиналась расплата. И как закончилась она в фашистском логове, куда вошел победителем старшина Федор Баженов.